Меня зовут Татьяна Щелкина, мне 46 лет, я пришла к вам с лишним весом. На данный момент у меня 74 килограмма, я бы хотела сбросить килограмм 15. А вас я узнала еще в апреле месяце, благодаря моей невестке. Она пригласила, сказала, что мама, давайте дерзайте онлайн. Я с вами потеряла килограмм 7, но за 2 месяца потом я набрала 1 килограмм. Сейчас я опять хочу к вам, чтобы продолжить, потому что результат мне очень понравился. Но тренировки в апреле месяце мне, конечно, было очень сложно. Для меня это... Вот 15 минут я выдерживала, а дальше, конечно, нет. Вот это было для меня сложно. Но я думаю, что за 80 дней я подтянусь больше. Мы периодически пытаемся сесть на диеты, да, куда-то пойти в спортзал. Но вот это вот где-то себя один раз остановил, но и сегодня не схожу. А вот то, что мы все-таки будем в группе, да, и это будет настраивать уже на то, чтобы ходить постоянно. Я готова выполнять все, что мне скажет тренер и наставник.